Ребят, всем доброе утро. Я забыла рассказать. Вчера еще ребенок, сын принес объявление о том, что требуется рабочий вахтовым методом. Он говорит, что поскольку ты будешь сидеть дома, наш папа должен больше зарабатывать. Ну, я, конечно, сразу предложила Ямал, это более, наиболее удобный для нас вариант. Так что осталось озвучить только это все Денису. Надеюсь, он поддержит нас, поймет и поедет с удовольствием. Всем прекрасного!